має бути справжня благодійність? Справжня благодійність має бути від щирого серця. Якщо це буде від щирого серця, то це буде дуже добре. Поклик має бути душі. Ви займаєтесь благодійністю? Так. Благодійність від щирого серця повинна бути. Повинна бути вона, звичайно. Як на мене, благодійність має полягати в тому, що людина віддає щось, не жалкує про це, не хвалиться цим і робить це з насолодою, бачачи отриманий результат. Так, щоб не на показ, тому що коли жертвують, а потім це все афішується, то це не є благодійність. Сложний вопрос, да, якщо чесно. Сложний. Від щирого серця. Я щось додасте. Гарного всім настрою. Благодійних проєктів та благодійних фондів на сьогоднішній день в Україні дуже багато. І, можливо, деякі з них спекулюють, в принципі, цим словом і цим поняттям. І ми також сьогодні хочемо розібратися ще з одним проєктом, який існує на території нашого міста, області, загалом країни. І він не потребує якихось надресурсів, які від вас інколи хтось, можливо, вимагає. І сьогодні ми розберемося, що таке 10 гривень для людини і що за них можна зробити для інших людей. І розповість нам про це людина, яка є засновником проєкту 10 гривень, Максим Сезонко. Доброго, Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що прийшли. Так. Ну і питання, що ж це за проєкт 10 гривень? Спасибо, що пригласили. Неожиданно для мене. Що за проєкт? Ну, суть проста. Всі скидаються по 10 гривень, від 10 гривень на карточний счет. Раз в месяц. Угу. И потом происходит голосование. Голосование за что? Люди, те же, которые есть в группе, они скидывают проекты, идеи свои, куда можно потратить эти деньги. Угу. Вот, они скидывают эти идеи ко мне, мы их обсуждаем. Вот, то есть основная задача – это то, чтобы эти деньги были потрачены на благо многих людей. То есть мы одному кому-то не помогаем, например, там, на операцию какому-то одному человеку. То есть участники группы могут скидывать в группу просьбу о помощи, и многие участвуют. Но конкретно эти деньги, короче говоря, общак, да, он не тратится конкретно на кого-то одного. Он тратится на дела, которые направлены там, на общественность вообще. Ну, логічне запитання, напевно, що в багатьох тих, хто там кидають гроші, хоч сума і невелика. А як в нас є гарантії, що ці гроші кудись будуть відправлятися? Якась звітність? Як ми можемо побачити результати цієї чи іншої акції? Як це відбувається у вас? Дуже крутий питання. Смотрите, вообще гарантій ніяких, якщо так по-правді. Угу. Да? Вот, это мой личный карточный счет. Все начиналось с того, я просто скинул в пару групп. Там вот есть такая идея, все будем скидываться, будем тратить деньги на хорошие дела. Меня поддержали, у меня там за ночь собралось 250 человек. Я был в шоке. Вот. И, конечно, я задумался над отчетностью. Потом я просто решил, я не буду париться по этому поводу. Есть мой карточный счет, который может увидеть любой желающий. То есть там видно, какие деньги, какие суммы, когда от кого приходили, какая была собрана сумма. Ну и видно, когда какая сумма куда уходила. Все. Все подкреплено, опять же, отчетами. То есть я деньги, когда потратил, то есть отдал организатору определенного проекта, сразу же я в группу скидываю отчет о том, что вот перечислены деньги, вот обращайтесь к организатору. Ну, то есть все по-простому, все максимально просто. Да? Люди могут связаться с организатором проекта. От организатора потом идет фотоотчет обязательно, там все фото, квитанции, все-все-все, выписки, все это есть. У мене зразу ще є контр таке запитання да. Стосовно того, просто я почув, що ви не допомагаєте комусь конкретно. Да. Є Дмитро Комаров, я думаю, ви чули про Слышал. Такого також мандрівника, телеведучого да. і благодійника. В нього проект доволі дуже схожий, як до вашого, в нього не випий чашку кави, врятуй дитину. Угу. Але у нього от ціль трішечки інша. Вони навпаки цільово допомагають. Збирають певну суму енну, допоки там не вилікують ту чи іншу дитину. Чи не з'являлися думки от стосовно змінити якісь напрямки тієї чи іншої от, своєї роботи, щоб уже цільово допомагати? Тому що багато насправді фондів займаються так допомогою всім, але кого рятують, ми інколи не можемо побачити вже такого конкретного результату. Ідея така є, просто тут весь вопрос в кількості людей, які участвують, в сумах. Угу. Да, ну, допустим, собралось у мене там 5-10 тисяч гривень, допустим. І
кому больше они принесут пользы. Например, многодетной матери, которой нужны деньги на операцию. Угу. Да, где я не знаю, там помогут эти 10 тысяч гривен или нет. Либо же если лучше, потребно 100, правильно? Да, либо же лучше закупить какой-то аппарат в детскую больницу, который будет спасать, помогать там докторам лечить зрение, там, предотвращать какие-то заболевания. И понятное дело, что когда в группе будет уже там тысячи человек или там десятки тысяч человек, понятно, что по щелчку пальца можно будет собирать большие суммы. Вот, тогда и авторитет группы вырастет, тогда совершенно другие будут разговоры. Конечно, ну, я только за это, очень круто будет иметь такие ресурсы. А які проекти уже були втілені в життя? Кому вдалося допомогти, що вдалося зробити? Група существует уже 1.5 года. Каждый месяц минимум один проект закрывается. Минимум. Это то, что касается моей группы, потому что их уже несколько. И я не брал с собой список там, отчетности, да? Ну, как минимум 15 проектов уже закрыты. Ну, такие сами знакові для вас, потому что есть суммы, например, які витрачались максимально. Закупали несколько раз в дом «Мамочка» продуктов на несколько тысяч гривен. Может, вы в курсе, дом «Мамочка». Это туда попадают женщины, которые там притесненные своими мужьями. В вот, складных житейных обстановках. Да, с ребенком деться некуда, ей дается вот на 3 месяца место, она там живет. И мы когда увидели там условия, в которых они живут, ну это ужасно. Вот, мы туда накупали там химия, продукты самые там необходимые. Вот, началось все с того, что самое первое, куда потрачены были деньги, это мы просто закупили палету памперсов в дом для престарелых. Вот, покупали офтальмологический аппарат, ну, в общем, там какой-то для зрения в детскую клинику. Вот сейчас я еще в одном благотворительном проекте участвую. Мы в городскую детскую больницу оборудуем лор-перевязочную. Вот, мы полностью закупать будем там на 200 тысяч гривен там различные. Но это с другой группой волонтеров я занимаюсь. Но в группу 10 гривен я тоже ставил на голосование этот проект, он выиграл. То есть вот буквально максимум месяц мы уже будем презентовать, как мы полностью оборудовали по всем необходимым там нормам кабинет в лор-отделении. Ну, таких еще там и в собачьи там приюты мы покупали много чего, и там в детские дома. Проектов багато, а голосують за них, які в пріоритеті є на сьогоднішній момент, визначають все ж таки все рівно люди. Да, а ось да. Розкажіть, будь ласка, більше про це голосування, як воно відбувається і там скільки, наприклад, проектів виходить на це голосування? Проектів виходить, ну, неограничене кількість, ну, обычно виходить 3-5 проектів. Как это происходит? Мне человек скидывает тот, который там изъявил желание где-то что-то кому-то помочь, он мне скидывает идею свою. Мы обсуждаем так, чтобы она входила в рамки, то есть подходила под наши условия. И я выставляю на голосование, и люди просто лайкают. Это группа в Вайбере, они просто лайкают. Тот проект, который набрал больше всего лайков, туда и уходят деньги. А от стосовно суммы 10 гривен, потому что я розумію, что все равно есть люди такие, та что 10 гривен, там, что они вам могут допомогти. Але ж основна суть все равно в 10 гривнях, правда? Там не 500 гривень, не 600. Як от важко чи навпаки легко людям пояснити, що не потрібно там 500 тисяч, і як часто взагалі люди хочуть скидати більші суми, коли от там розуміють про важливість того чи іншого проекту? Ну, вот вы меня спрашиваете, у меня, знаете, мурашки по коже, потому что, ну, я уже на практике ощутил то, что мелочь какая-то, мелочь, какие может крутые ну, дела делать, да. Люди, я вообще ничего никому не объясняю. Я говорю, есть такой проект, вот есть такая идея, есть такая история, есть такие люди, которые участвуют. Вы знаете меня, кто знает, кто не знает, там, там вопросы задают. Вот, скидывают раз в месяц от 10 гривен. Все. То есть изначально была идея какая? Я ехал в поезде просто, ну, я на самое начало перемотаю, да, я проходил один тренинг, и там было одно из заданий посетить какой-то там или дом для престарелых, или детский дом. Вот я посетил дом для престарелых, и я не помню, какой был разговор, короче, в сухом остатке я вышел с этого дома для престарелых, и я узнал, я понял то, что там в день на старика выделяется 4 гривны на его содержание. И меня это очень сильно задело. Хотелось самому помочь, но я так подумал, в глобальных рамках, да, ну помогу я один, и что? Интересно было бы всех привлечь к этому. Просто даже загальная энергетика того, как это будет посыл отправленный. Да, да.
Вот. И я скинул группу, вот давайте по десятке скидывать. Ну, это вообще, ну, пыль на сегодняшний момент. Чашка кавы. Да. Вот, в принципе, а скидывает кто сколько хочет. Мне переводили там 1000 гривен, там 800, uh-huh. 500, 10, 300. Кто как хочет вообще. Минимум 10 гривен. Никого не напрягает это. Ми а якось, раз... до речі, можна запропонувати проект якийсь, чи розповісти вам, що ось хтось там потребує допомоги, якийсь там заклад, якась, можливо, там конкретна сім'я, чи в когось є ініціатива, яку точно треба було б профінансувати. Де вас шукати, куди я звертатися? Я є в соцсетях, я є в соцсетях. Ну, група як називається? Група називається 10 гривен. Це в Фейсбуці? В Фейсбуці вона є, але ми її особо не ведемо, тобто воно йде все само собою. Uh-huh. Вот в Вайбере идет все само собой. Еще есть девочка, которая в Киеве организовала, она сейчас больше этим занимается, потому что у меня много сейчас своих дел, я не успеваю плотно этим заниматься. Но идет само собой, вот в этом месяце я со своей группы собрал там 3,5 тысячи гривен, девочка в Киеве собрала 15 тысяч гривен. Место трошечки вот. Больше. Ну, дело в том, что это же как, ну, на всю страну, то есть там uh-huh. не только из Киева, там вообще это все. Просто она занимается, она скидывает какие-то там мотивирующие сообщения, плюс, ну, то есть вот такие, она постоянно шевелит эту группу. Вот. Сейчас мы уже объединяемся. Сейчас, слава богу, Вайбер уже к цивилизации подошел, и мы можем mm-hmm. там тысячу постукал человек. Постукал в наши двери. Да. И мы собирать будем уже одну большую общую группу, где будет собираться уже там больше тысячи человек. Ми просто хочемо побажати вам успіху і також по можливості, якщо дасте нам контакти, проанонсуємо усі контакти ваші у нас в групах в Фейсбуці. І обов'язково також, якщо вас зацікавить цей проект Максима, ви можете взяти в ньому участь і нічого надможливого не потребується від вас. 10 гривень раз в місяць, я думаю, кожна людина може десь там знайти у своїй кишені і направити навіть не матеріальну допомогу, а тут посил енергетики, який допоможе комусь здолати ту чи іншу якусь життєву перепону, яка у нього, чи у неї, чи у них виникла у житті.